Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в русский подкаст номер 5. Сегодня мы с вами будем готовить борщ. Борщ – это очень известный русский суп красного цвета. Вперед, начнем! Так, здесь у меня уже мясо есть. Я купила говядину, где-то 400 грамм. Я готовлю мясо долго, чтобы оно было нежным. Добавляю лавровый листочек. Я оставляю вариться 1,5 часа. Для борща нам нужна капуста, морковка, картошка, помидоры. Мясо у нас варится. Очень важный ингредиент для борща – это свекла. Каждый человек думает, что их рецепт – это хороший рецепт. Например, мой дядя очень-очень хорошо готовит борщ. Это целый ритуал для него. Он ходит на рынок, выбирает мясо. У него есть специальный секрет. Конечно, если вы хорошо готовите борщ, то это ваш секрет. Вы никому не скажете, как вы это делаете. Здесь у меня горячая сковородка, и я буду на ней жарить овощи. Дорогие друзья, самый деликатный, но самый важный момент – это свекла. Потому что после свеклы, вы видите, у вас красные руки. Теперь я должна натереть свеклу. Капусту нужно добавить к мясу и помешать. В принципе, не все добавляют помидоры. Есть люди, которые добавляют томатную пасту. Его тоже нужно натереть. Мы добавляем этот помидор сюда. Очень важно, чтобы это не кипело, тушилось. Нужно добавить тоже немного уксуса. Я обычно готовлю мясо и капусту довольно долго, поэтому картошку я кладу чуть-чуть попозже. Так, теперь почти все готово. Положить наши овощи в воду. Хорошо перемешать. Я очень люблю чеснок, поэтому я всегда добавляю чеснок. Я очень люблю добавлять британский соус Уистер, придает очень хороший вкус. Все, теперь наш борщ готов. Нужно просто ждать некоторое время, когда он станет вкусным и наваристым. Дорогие друзья, мой борщ готов. Осталось только положить немножко сметаны, немножко укропу и попробовать. Пальчики оближешь. Приятного аппетита. Пока-пока. Очень люблю добавлять Уистер сос. Сал. Капусту нужно добавить. Спасибо. Вообще, готовить борщ — это очень опасное занятие.